И снова здравствуйте, мы снова с вами, дорогие друзья. С вами Карн, с вами Севен. Игра How to Survive. Мы на острове Санта-Барбара. И у меня появился пистолет-пулемет с огненными патронами. Смотрите, который Севен долго и мучительно собирала, а потом оказалось, что осталась только одна маленькая часть в виде патронов, да? Нет. Да. Я молодец. Конечно. Все видели мой инвентарь, все знают. Мне осталось только найти леску. Вот это мне нужно. На этом острове много птичек и больших высоких женщин. Санта-Барбара. Это Барбара? Так, мне нужна катушечка. Я, кстати, почему-то, начиная с предыдущей серии, начиная с того самого момента, как Карн сказала, что целиться сложно, а я сказала, что это легко, я начала плохо целиться. Так потому что не нужно говорить, что все легко в этом мире. Ну было-то легко. Чем стало сложно? Не знаю, какое-то такое оружие, на самом деле, этот пистолет-пулемет. Вроде и ок, а вроде и нет. Как его колбасит-то, посмотри. Да умри ты уже, умри. Кстати, даже когда нет вот этой иконки, нажмите А, чтобы добить. Но если ты видишь, что твой противник стал в позу, жмякай А, и все будет ок. Да? Да. Ну, врываемся. Угу. И мы опять обошли все побережье. Ну, не все. Мы еще можем вперед сходить, можем назад сходить. Но нам нужно куда-то вглубь острова идти. А также можем... Да, тут птичек много, я это уже говорил, да? Вот можем за птичками сходить. Пойдем за птицами. Зачем? Не беги, спугнешь. Ну как это? Это мясо. Вот здесь птиц много. Слышишь? По звуку нужно. Да слышу, слышать. Но... Я учусь целиться по-новому. Ты не птица, уйди. Уйди! Блин. Так, секундочку. Ой-ой-ой. Пошла вон. Как-то странно у меня произошло с оружием. На палку поменялось. В такое ночное время от меня лучше не отходи. Что-то мне... А мне от тебя лучше не отходить. Так. Ой, снесите кто-нибудь ему уже голову. Ваше желание закон. Все желания исполняются на острове Санта-Барбара. О, господи. Ты уйди! Я же нормально говорить не могу. Я вообще всегда нормально говорить не могу. Я не знаю, зачем я это сказал. Так, давай ты в ту сторону, я в ту. Получается какая-то фиготня. Куда пошла? Я не понимаю логику этих существ. Они вроде как боятся огня, а вроде и нет. Короче, то есть... Я свечу на... Мы опять по кругу что-то идем. Не надо. Там большая красная баба вот лежит. Я говорю о том, что... Они боятся света. Но идут, да. Они надеются, что им... Повезет. Батарейки сядут, конечно. Да. У меня уже должен был вырваться и выработаться иммунитет. Мы опять по кругу что-то. Не иди туда. Знаешь, мы как хомячки, как какие-то крыски. Круги наяриваем. Что это такое красивое? Смотри, ящик какой-то. Что это? Это инструмент, фурнитура, кажется. Да? Да, уже не раз встречали. Да, я что-то уже забыла. Уже 100 лет не видела. Ну, обычно эта штука нужна для каких-нибудь пулеметов, дробовиков и прочего. О, да. В общем, так. Инструменты всегда пригодятся. Мне нужна леска. Укрепленный шлем не очень.
Нехорошие звуки. А, пойдем поспим. Ага, хрен, пойдем поспим. Ну давай. Куда ты опять заходишь? Я забыла, что они там появляются. Ой, баба. Ты смотри, какая она длинная. Я говорю, вытянутые, как огурцы. Да... О, господи. Беги отсюда. Но... Да какого фига-то? Да что такое? Меня сейчас зашатают? Да, блин, скип, блин. Чё-то жесть какая-то. У, ребятки. Чё-то я даже дар речи потеряла. Капец происходит какой-то. Беги, спасайся, говорю. Так, стоять. Не подходить! Тебя убивают. Нет. Ой, жирный. Ой, еще один жирный. Ой, бум. За спиной ты жирный. Это я вижу. Мы же только что проходили эту область. Минут назад буквально. Все зачистили. Все зачистили. А вот раз и не все. Я выжила. Я выжила. Так что... Одинокий выживший. Кто после этого скажет, что бумеранг это не сила и не лучшее оружие в этой игре, а? Там труп-то где твой? Вот ты. Чё сразу труп-то? Труп-труп. Пойдем сохранимся. Вот это я не против. Поспать не пойдет, нет? Шкивы. Не, я не устал. Что такое шкивы? Пара шкивы. Старых грузовых шкивов. Это а, все, шкивы. Я поняла, я въехала. Так, ну что? О-о-о. У тебя тряпочки есть? Тряпочки? Конечно. Зачем тебе тряпочки? О май факинг гаш! О-о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 -
блочный длинный деревянный лук. Ну, главное, что блочный. Объединить. Я вот понять не могу пока что, зачем мне нужны эти растения чертовы, вонючие, которые... Посмотри на этот лук. Молодца. Защибись. Молодца. Теперь осталось перья. Попей воды. Откуда? У тебя ничего нет? Нет. Чат. Это ты мою канистру забрала. Забрала. Сейчас дай мне проэкспериментировать. Ой. Ты, по-моему, на протяжении всей игры экспериментируешь. Конечно. Да блин, эти гребаные каски. Так, и мы снова возвращаемся к тому месту, там птица. Мы птица. Начали. И там четыре птицы, вообще-то. Ну я-то не вижу их на карте. Сейчас у нас будет месь. В общем, смотри, обходи с той стороны, я с этой обхожу. Ловим. Ловим, ловим. Сейчас, секундочку. Нет, нифига. Ой. Подходи потихоньку. И ты будь здорова. Ой. Беда в том, что я ничего не вижу справа. Да вообще. Я не вижу. Вот теперь короче, вижу. Пойдем. Я в твою сторону пойду. Сейчас, тихо, подожди. Так, я слышу. Не подходи, я-то не вижу. Ну, я-то тоже не вижу, как пока не подойду. Куда? Как можно стрелять так не в никуда? Вот там есть птица, вот она рядом со мной прям, вот тут передо мной. Но я ее тупо не вижу. Стоп, вижу. И не наводит. А, точнее, вот, я не вижу, но у меня лук видит, он краснеет. Угу.
Так, все, птица убежала, и, по-моему, где-то... А, ну... А, мертва, один, конечно. Готов. Птиц. Блин. Что это вообще? Смотри, рука, что ли, торчит из земли, или мне глючит? Так, подбери патроны, я сейчас тебе выкину. У них опять дофигища. Снова ты с этими патронами, да? Возишься? Ну, я их случайно поднимаю. Я вообще сейчас ничего не поднимаю, если честно. Только травушки всякие, и все. А я стрелы вынуждена всегда мясо поднимать. Мясо ты взяла? Да. Взяла? Да. Так, хорошо. Снова куда пойдем? Пойдем сюда. Вот здесь птичка. Тут две птички. Вот здесь. Сразу за поворотом. Вот можешь целиться. Минус одна. Вторая вон убежала. Вон вторая. Вот туда пошла. Сейчас я ее выцелю. Ой, не, она далеко. За нашим агрегатом. Что это длинный деревянный лук? Это ты выбросил? Ну я тебе его делал, тебе он не нужен. Так, стоять, птица. Где-то не могу выцелить. Я ее видела, но она что-то как-то не целится. Та же проблема. Налево ушла немного. Все равно не могу выцелить. Гребаная камера. Ну, хоть чуть... Опа, опа. Поджог! Сразу пожарил, да? На, перебери. Перебери тебе. Че пере? Пере. Так, сейчас секунду. 7 перьев. Как раз сейчас по кругу обойдем и к той птичке придем. Угу. Ее тоже нужно общипать. Так, черт. Смешно было. Что, снова. Надо снова птички появились. Пойдем по новой, да? Ну, кушать тоже что-то надо. Где моя птица? Где она была? Кстати, что-то ее здесь. Нет, она не тут, она не тут, она вот тут. По-моему, ее уже нет. Вот здесь ты ее повалила. Угу. Ее съели, что ли? Да. Пойдем. Вот, вот они. Луки вообще не очень. Чё? Только топор. Только грубая сила. Угу. Труба с расширением. Зачем она? Я боюсь. А, кстати, да. Расскажи. Расширять сейчас будем. Расскажи людям о проблеме своей, связанной. С чем? У меня нет никаких проблем. С чем? Я говорю как-то не очень просто. Бензопила, короче, не крафтится, потому что игра влетает! А это? Да. Подумаешь, проблема. Да, проблема. Ты чего там стоишь? Я крафчу стрелы с оперением, потому что мне не влезает кремень! Надо было договариваться крафтить только в безопасных точках, где-нибудь... Там, где мы можем поспать или что-нибудь такого. Потому что я не могу. Я так больше не могу. Сейчас ты обзавидуешься. Ты понял? На грудак посмотри, видишь, он с шипами теперь. У меня же такой же был. Я же выбросил его. Нет, у тебя такого не было. У тебя такого не было. Это не то. Да ладно, защита слабая, я знаю. Это не костяной. Это каменный. Ну, а у меня какой был? Это у тебя был костяной, у меня был каменный. У тебя ноги каменные. И ещё всё. Совсем того? Короче, забей. У меня каменный был. Ладно, ладно. Посмотри, там по защите. Защита слабая, да? Так, где оно? Господи, не вижу. У меня такой же был. Я его выбросил, взял себе металлический бронежилет, сделал. Да? У него высокая защита, да. Секундочку. Но здесь, как ты видишь, мы все равно не пройдем. Поэтому нам нужно вообще линять с острова. Обожи. Кстати, как снять шмот? Снять как? А, вот вижу. Why? Да, вижу.
Так. Я не знаю, как мы можем здесь пройти. Но нам нужно именно... Да почему? Нам не сюда нужно. Все верно. Сейчас пройдем, ребят. Не бойтесь. Все окей. Только вот сюда я все равно не пойду. Я слышу пузыри. Пузыри? Что-то пузырится. Да, слева вон пираньи плавают. Нет, идем сюда. Не-не-не. Не-не-не. О, пирья! Реакция, вот это да. Вот здесь еще Мне нравится вот эта ирония, вот это безопасное место здесь. Помнишь, что было там? Ну, мне повезло, да. Да. Безопасное место. Угу. Очень. В общем, здесь, вот сюда мы не прошли в прошлый раз. Тут должен быть мостик, переход. О, снова птицы! Сверху. О, сразу двоих. Скилл. Да, блин! Иди птицами занимайся. Что ты стреляешь в меня? Че ты под пулю попадаешь? Ну, я же тоже хочу кого-нибудь прикончить. Ну, хорошо. Только тебе стрелять. Хорошо, от хорошо. Меня-то должна быть какая-нибудь польза, кроме того, что я вот такой вот... такой. Так. Найдешь шину, кричи. Да я знаю, что у тебя давняя уже любовь к этим шинам. Ты ее на прошлом острове пыталась найти, как-то не повезло. Может, сейчас подфартит. Ну что, поубивал, как хотел? Ну ты чего не стреляешь? Ты сказал мне, не надо, дай мне кого-нибудь поубивать. Я постояла в стороне. Как я говорила, любое ваше желание — закон. Не воскрешай меня, проходи сама. Не-не-не-не-не. Стрелочки, стрелочки. Вообще, я так и хотел. Но теперь здоровье больше. Угу. Можно врываться. Да, ладно. Здесь какое-то странное животное. Подожди. Что-нибудь тут есть? Какой-нибудь мегалут, там, я не знаю, мегапушка или мегаколокол? Я ничего найти не могу из-за твоих стрел. Они повсюду просто. Но зато они спасают нам жизнь. Ну, кому-то спасают, кого-то убивают. Ну, как сказать. Вот жалко здесь плавать нельзя, да? О, кремень. Ну, а мы как добрались до этого острова? Не вплавь разве? А, не, мы прилетели, да. Пока там с камнем разбираешься, мы понемногу начинаем это... Что? Жажда, видишь, подступает. Ладно. Так и быть. Спасибочки. О, топир! На-на-на-на-на. И опять у меня лагает, лежит в одном месте, а мясо... Да здесь он, вот сюда можешь подойти. А у меня он здесь. Подойди ко мне, говорю. Да я понимаю, что у тебя там все. Но это суть в том, что дело. У меня вот здесь вот он лежит. Тик. Мне не нравится этот звук. Мясо. Маньяк вообще. Водички бы. Да. Так, здесь можно переночевать, здесь можно пожарить мяско как раз. Давай, пожарим. Сейчас нам придется сперва отбить эту мегаточку. Да вообще легко. Я вижу жирного. Здесь очень много надгробий. Ну. Наших тут не будет. Не дождетесь. Если б я был в этом так уверен. Ну что, с Богом? Сейчас, подожди, ну, давай, подожди, подожди, я только бумеранг возьму, он мне все-таки. В данном случае, мне кажется, лучше будет. Господи, здесь-то что мои стрелы делают?
ничего не вижу внизу, но оттуда идут много, много плохих дядек. Так. Ой-ой-ой, беги! Снизу слышу рычит еще. Слева, слева. Воу, воу, где я? Вниз, бежим вниз, 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 вниз. Бежим. Ой, нет. Твою мать. Беги. Наших могил тут не будет. Наши будут чуть дальше. Блин, чё ж я не могу попасть в него? Господи, как хорошо, что они... Вот эти все, блин, бронированные. Да что ж такое жирный, что ж такое? Уф-уф-уф. Так, хорошо. Но... Ты даже говорить ничего не хочу. Я не могу просто уже. Напряжение, кстати, такое, да? Прям, когда они толпой идут. Уже так... Не, ну... Сидишь... Игра хороша в том плане, что поначалу вроде как ходишь зомби налево, направо валишь. А потом в какой-то момент бац, и она дает тебе по щам. И ты получаешь от этого удовольствие. Да. Вот для этого как раз и нужен крафт и... О, зажечь. Отлично. Еще было бы неплохо сохраниться. Есть! Есть же! Пока вы там так, сохранялись, всё. Я тут мясо готовила. Так. Кто-нибудь хочет стейк? Не, у меня своих полно. Так, а где жареный месь? Вот он, жареный месь. А у меня с грибочками. Ах так. Угу. Ну ладно. А у нас не хуже. С кореньями, да? У меня еще есть рыба с кассавой. Райское наслаждение, голос минус 100. Не, мне бы лучше попить. Не найдется? Mm-mm. Давай поспим, тебе, я вижу, уже тебя в сон клонят немного, помаленьку. Я иду так, как будто бы я в туалет хочу, смотри на меня. Рукоять гарпуна нужна. Канистра пустая нужна. Зачем мне канистра? А, бутылка с бензином нужна? Я нашла длинную трубу. Пригодится. Бутылка с бензином? Как она выглядит? Да. Бутылка как со шнурочком? Молотов. Как молотов. Уже как молотов. А длинная труба для чего? Ультразелье силы? Хорошо. Защита. Теперь сила. Так, дверь закрыл. Не закрыл. Ключи у меня. Отойди. Около могилки. Могу. Мне кажется, все-таки придется рано или поздно крафтить какие-нибудь зелья, потому что что-то как-то иногда очень больно становится. Ну, да. Вообще, на следующем уровне я как раз получу умение крафта зелий. Ну вот там вот и будем разбираться. Слушай, уже. Так, секундочку. Секундочку. Ну, я подозреваю, что особое синее растение нам нужно как раз именно для зелий. Mm-hmm. Слушай, ты думаешь, кремниевая защита слабее, чем костяная? Они обе слабые. У меня не кремниевая. Я говорю про грудь вообще изначально, как бы если сравнить именно кремниевую и эту. Да какая разница? Это так чисто. Вопрос стиля. А, ну понятно. Так, длинная и прочная стальная труба. Тяжеловато для оружия ближнего боя. Так, ну значит ее для пистолетика какого-то нужно будет потом. Вопрос, до какого? Птички поют.
Утро настало. Мне нужна шина. Я знаю. Куда тебе ее? Куда тебе ее? В руки. Ну, если найду, передам. Теперь я думаю, что-то бежит, это перекатывается его тушка. Там бабуля какая-то. Так у нас два человека на этой локации. Ну, один как бы человек, второй как бы не очень. Что здесь делает бабуля? Отдыхает. Коноплю растит. Я пойду лучше с бабулей поговорю. Ну, конечно, я пос... Нет, я не хочу с бабулей говорить. Что? Какой нафиг котенок? Энцо? Какие-то больные здесь все. Do you want a cup of tea? Хочу. Ой, блин, я пардоните. I think. I can't remember where I stored it. I can't think. Короче, котенка надо найти, или то, что от него осталось. Почему мне кажется, что котенок станет боссом? Ты чего? Президент переиграла, что ли? Would you be so kind as to look for him? Thank you, dear. You find Enzo. Вымогательница какая-то бабуля. Наружу посмотри, да, какая-то она нездоровая. Мне нравится иконка котейки. А мне еще нет. Дойдешь до этого, увидишь. А ты сбросил, что ли, все? Нет, не все. Энзо! Энзо! Энзо недалеко находится. Почему Энзо, если Энзо? Она говорит Энзо. Это английская речь. Какая разница? Мне не понять. Я вижу. Вот так надо стрелять из лука. Что по одной стрелой троих птиц. Я не понимаю, зачем я здесь. Карн комплексует. Карн комплексует. А я же предлагала, возьми лук, возьми этот, как его, ну этот, чакрам. У меня есть вот что. Бумеранг. Вот что у меня есть. Пойдем на пристань. Один фиг, я этим не пользуюсь. Будешь рыбку ловить? Лист железа здесь для шлема. Не для шлема, сделай лучше нагрудник себе нормальный. А нельзя. А если его, кстати, соединить с ремешками, то что будет? Ты сейчас сдохнешь от зависти. Что там у тебя? Цепь какая-нибудь? Ноуп. Ноги. Ой, да подумаешь, у меня брутальнее выглядят. Конечно. Но защита высокая. Ну, кстати, может быть, может нагрудник лучше такой сделать? Сейчас, погоди-ка. Здесь так много лагеряков, костры. О, свежее мясо. Обожи, не уходи. Целебное растение. Мне надо что-нибудь выкинуть. Костяная защита для ног. Этим вопросом я задаюсь постоянно. И, наверное, маленькую цепь я тоже выброшу, потому что пилу сделать не могу. Так. Ой, господи. И, наверное, мотоциклетный вот этот мотор я тоже, наверное, выброшу, наверное, потому что, наверное, не смогу сделать, наверное, пилу. Блинский блин. Баллон для акваланга. Понятия не имею, зачем он мне нужен, зачем я его ношу. Ты мне как-то его вручила, хотя нет, я другой нашел. Но я его ношу. Господи, меня бесит, что ничего не влезает. Что-то можно проклятый. Разъединить. И тогда будет еще больше предметов в инвентаре. Да. Поэтому я это делать не хочу. Перья тут, кстати, валяются от птички. Мне не влезут они в любом случае. Ну, видишь. Сейчас я все понавыкидываю. Я хочу крутую защиту в нагрудник, а не в ноги.
Это, конечно, здорово, но ты пить хочешь Да больше, щ... чем защиту на грудник. да сейчас А все еще будет. я скоро от жажды сдохну. Так Бензин попей. я пить не могу. Нет, я могу выпить, то есть не выпить, съесть чего-нибудь. Слушай, странно, мне как-то казалось, что раньше была возможность разъединить. Почему, куда она сейчас пропала? Ну, потому что ты что-то более крутое получила. Так нет, ну я же могу разъединить. Раньше могла. Странно. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Ну, видимо, я не смогу сделать круче, чем у меня есть, и это печалька. Так, я что-то тут понавыкидывала всякого разного. Мне нравится шрифт, с которым написан твой ник. Бывает. Ну все, пойдем, наверное, тогда. Я что-то там повыкидывала, но ну ладно. Вот здесь, смотри, здесь костер. Сейчас. Твои пули. А, водичка, мы пропустили уже водичку. Водичку а где она была? Пропустили. Внизу. Ой, да ладно, там бежать-то пошли. Когда будем возвращаться к старушке, тогда зайдем за водой. А сейчас Энсон со всеми. Да не, пойдем сейчас. Там же это самое. Статы ну, падают. Вот здесь тоже есть вода. А, нет, здесь бензоколонка. Давай, давай, пойдем там чуть-чуть. Ну, че мотаться туда-сюда? Мы уже дошли до котенка. Сейчас жесть какая-нибудь будет. На тебе вот съешь. Только мне потом отдай, потому что 12 апельсинок я тебе... Это слишком. Мне жалко. Да не на голод-то особо не влияют, а не на жажду в основном. Ну, а ты чего? У тебя голод разве? У тебя жажда. Да, да, голод. Господи, я постоянно путаю полоску здоровья с голодом почему-то. На, забирай обратно. У нас 12 апельсинок было. Стало 15. Нормально. Ну, это я. Я приумножаю наши запасы. Так, музычка. Что за музычка такая? Котенок, блин, да? Сейчас какой-нибудь гигантский. И котенок у нас вообще-то внизу, на юге. Ну, хорошо. Так, что у нас тут? Что-то... Подожди. Я не... Новый рецепт. Короткая палка. Мощная бензопила. Понятно. Которую мы не можем сделать, потому что да. Слушай, а может быть я не мог ее сделать из-за того, что у меня канистра была наполнена бензином? Ну, что я должен ты ее мог бы сделать, но дело в том, что ты вылетал. Вот в чем проблема была. Почему я не могу сохраниться? Кто-нибудь объяснит мне? Потому что здесь неактивно все, да? О, господи, что это было? Ладно, неважно. Ничего не было вообще. Мне еще мясь пожарить надо. Ну так давай пожарим. Здесь же костер вот. Куда я пошла? Не то нажала. Что-то с тобой уже не то. Все нормально. Я боюсь котенка. Котенка. Уже. Я чувствую, там что-то нехорошее будет. Я взял какую-то золотую чашу. Я тоже ее взяла, кстати. Изготовленную золото. Серьезно, зуб даю. Смотри, статуя. Ну так да. Тихо. Мачи козлов. Это не козлы, это птицы. Но мясо все равно. У тех есть. Так, шина, пожалуйста. Шина где-нибудь. Оп. Тихо. Давай вниз, там, что там? Растение. О! Здрасте. А как к тебе попасть? Сейчас котика найдем, так и попадем. Я уже все знаю. Я предсказываю. О, патроны. О, ткань. Меня, кстати, скоро не станет. В каком смысле? Ну, в смысле, у меня здоровья мало. Давай подлечу. Давай. Текс. А зачем это? Слушай, у тебя две... у тебя, точнее, золотая чаша есть? Возьми вторую, чтобы тебя в одну штучку скинулось. Давай.
Ты так, травку-то возьми. Так, а где она? Вот она. О, хорошо. О, священная трава. Золотая чаша, кто, пацаны. Кто рычит? Золотая чаша, золотая. Наполняет ароматом чая. В доме счастье не питает. Золотая чаша. Золотая чаша, золотая. Ой, тут, тут какой-то зомби через... Да, ест через стену. Нормально. Кому нужно? А котик где? Кися, 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 кися. Не надо кисю, пускай он где-нибудь там. Я не доверяю этому делу. Оказывается, здесь мы не пройдем, но вот здесь недалеко находится серьезная трава. А здесь наверху учебная, здесь, смотри, смотри, иди сюда. Она поможет. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Чего ты? Здесь наверх можно подняться, нет? Или мне кажется? Нет, не, показалось. Не, нельзя. Здесь, говорю, трава. Это хорошо. Здесь ой, чаша золотая, еще одна. И еще одна. Бей его, бей. Чашку. Чашку. Гербарий обновлен. Чашка. Чашка золотая. Кити-кити-кити. Наверное, эти чашки нам нужно было бы искать для второго чела. Или кто там? А, ну найдем, значит. А может быть, для обезьянки нужно будет их найти? Или для считаешь? Обезьянки. Ну, в любом случае, для кого-то. Так. Для обезьянки, мне кажется... Да, наверное. А, я наверху хочу трава. Сказать о том, что иди, мы... Что это? Что зеленое такое? На пошли. Карте посмотри. Что это? Зеленое? Зеленое — это травка, я же говорю, травка. Это как где? А почему я ее взять-то не смог? Не знаю. Где до начала? Может, это не травка? И что это тогда? А, черт его знает, может, кладбище просто так изображается. Да вряд ли. Ну, может, оно потом появится. Опа, подожди, тут мы не пройдем совсем, да, никак? Вот здесь можно... Ого. Блин, опять. Жирный сейчас какой-нибудь опять. Блин. Высокие, тощие бабы. Полная моя противоположность. Мегастрелы, мегастрелы. Пульки. Ой, господи, подожди, сейчас я выкину этот дурацкий шлем, который... Нет, не выкину. А, инвентарь, оказывается, переполнен. Я не могу взять эту траву. Фу. Бери ты тогда траву. Ты думаешь, у меня есть очень много места в инвентаре, да? Не хочешь, как хочешь. Я недолго думал. А, о, начинается. Новая ночь. Справа что-то урчит. Очень громко и неприятно. Так, да. Не туда там мы пошли. Сусанин. Через обезьяну идти. Но в любом случае, то, что здесь, нужно проверить. Нужно проверить то, что здесь. Так. Кстати, да, только я, видишь, могу это носить. Это жесть, несправедливо. Не, все равно, уходи оттуда, бабахнет. Бабахай, бабахай. Я спасла тебя. Ценою своих хпшек. Догоню, убью, догоню, убью. Как у тебя это получается? Я не знаю, но ты не в меня даже попала стрела, я видел, летела в другое место. Так вот я о том и говорю, как у тебя это получается? Ну, я, видимо, не такой тощий, как хотелось бы.
Ты стрелы поднимаешь? Нет. Спасибо. А ничего, что они у меня заканчиваются, как бы, иногда. А, вот тут вот еще одна. Дядька. Дядька. Ой, кажется, котика. А, это не котик же. Да ну нафиг этого котика, какого фига? Что за непонятно, что за трэш игра? Что за трэш сценарий какой-то здесь? Каких-то котиков нужно спасать, малышек с деревьев снимать. Где ты, господи, ты? Не, все-таки мое оружие дальнее. Да ладно. Где мои стрелы, я вас спрашиваю? Да у тебя еще хватает. Ну, как сказать? Отойди. Меня прикалывает, как мы берем какой-то квест, а потом идем совершенно в противоположную сторону его выполнения. Ну и что? Зато золотые чашки находим. Ну, тоже неплохо. Сокровища от стеков. Зомби тощих баб. Мне нужны стрелы, срочно. Вот она. Вот другая. Вот третья. А ты их не видишь, что ли, когда они выпадают? На земле же хорошо их видно. Вот одна. Я вижу, но... Если бы ты их еще поднимал, а не проходил мимо... Так я поднимаю, когда могу. Вот четыре возьми. Пиздец, я чувствую, скоро... Да, переходить что-то... опять на... Что-то бумеранг. Со стрелами не очень. Да что я еще 11 палок, кстати, на берегу выкинула. В общем, здесь есть еще один костер и еще какая-то... А, это, не знаю, какая-то иконка непонятная, зелененькая, салатненькая. Но туда мы попасть не сможем, потому что мы не можем. Надо вернуться на тот бережок, потому что я там реально оставила палок, кучу из них бы я могла накрафтить стрелы. А уже не получишь их. Почему? Уже обратно их не получишь. Потому что, я думаю, когда новый уровень загружается, весь лут стирается. Я на тот бережок, на котором мы были 10 минут назад. А. Не поняла, почему изменилось все. Да, кстати, вот так вот намного лучше. А почему все изменилось? А потому что котенок! Я немножечко легла. Ты лежишь тебе? Нет. Что-то произошло, у меня нет стрел. Охрененно, у меня все оружие к чертям сбросилось. Беги! Вот почему все изменилось. Ой, твою мать. Что за... Отдайте мое мясо. Бегу как могу, не могу убегать, потому что не делаю. Ну, как всегда. Давай. Все. На плечах несчастной женщины. Не, ну это было нечестно, я не ожидал. Ух, вставай, женщина. Что это было вообще? Ой, там что-то кого-то швыряет. В край! Не, я не выживу! Поменять а вот слово. Ты должна. Чё еще должна? Поднять меня. Господи, уйди. Где ты, господи? Где я ты сам там? Не знаю где. А вот мне. Блин, уперлась этот долбанный камень. Пипец, Врывающийся ты наш. Вот со стрелами было бы лучше. Так собирай свои стрелы. Так я собираю. Как стрелять так гораздо, как собирать так сразу. Не-не-не-не. Когда могу. И, кстати, надо попить бы.
Об этом я говорил еще в начале этой серии. Я знаю. Ну я себе предлагала, давай сходим. Не-не, давай дойдем до котенка. Дошли? Ну так ты же... Я говорил, котенок сверху. Мы Но ж, ты куда-то... нас ведешь по карте, я туда вообще редко захожу. Мой труп. Моя могилка. Ага. Пойдем тогда отсюда. Пошли за котенком. К черту этого козла. Надо черту. До воды дойти, подлечиться, поесть и прийти на него утром. А-а-а. Где там вода была у нас? Со стрелками полнейшая задница. Мягко говоря. Да блин. Если бы они еще все в цель попадали, если бы всем можно было подобрать... Не обращай ты на них внимания. Идем за котенком. Идем за водой. Пугай их светом. Они боятся света. Там вот здесь где-то слева должно быть. Должен быть проход. Если идти налево, налево, налево. Окей. Ой, сейчас что-то чувствую, дежавю напало почему-то. Так, стрела раз. И все, в общем-то. Окей. Все, стрел нет. Эх. Я думаю, я пока с бумерунгом похожу. Ладно. Раз такие дела. Со стрелами. Тухлявые. Нам бы реально дойти куда-нибудь. Поесть, попить. Вот как до этой козы дойти? Как ты знал? Мы же не можем подтянуться. Вот здесь же нет, дальше. Нам тогда... Окей, понятно. Нам в любом случае придется через босса идти. Вода, где вода? Пойдем хотя бы к костерку. Да вода у этой козы... По имени обезьянка. Че, все, единственная вода на весь остров, что ли? Ну, а ты карту не можешь открыть? Да я тут открывала. Три краника. Ну. Пойдем к тому, что вот там справа. Самый правый. Под бабушкой. Вот к которому я предлагала сходить. И там, кстати, рядом спальное место. Пойдем. Пойдем. Тере-тере-тере. Попьем, поедим. Может быть, к тому времени даже спать захотим и сможем поспать. Ой, господи, я перепутала персонажа и думаю, что происходит? Почему ты не кидаешь? Бумеранг. О, ты еще не умер, что ли? Я живой. Не, я не про тебя. А, то есть мне можно, да? Ну, я в тебе уверена. Почти. Я знаю. То, что ты умрешь, я даже не сомневаюсь. Поэтому, понимаешь, я в тебе уверена. Так. Бабуся здесь? Как мне нравится, так, поджарить ничего нельзя, поджарить я уже ничего не могу. Я уже все. Кстати. Бабочка, смотри, теперь там внутри. Да я... Так, пустой бутылка. Пойдем нам сейчас вниз, да? Угу. Ой, напьемся так напьемся. Все, я от этого источника никуда. И хоть коты, хоть шмоты. Пофиг. Тем более нам надо серию завершать, а там спальник рядом есть. Который опять расчищать придется. Это мы запросто. Да ну! Сейчас опять жирные набегут. Ух! Что-то меня прибило, малость. А вот и ты. Эй. Да блин.
Что-то я реально разучилась. Я сперва привыкаю к этому, как его звать? К луку, потом привыкаю обратно к этому. К бумерунгу. Ну что? А, здесь не нужно никакой тревоги поднимать. Мы сразу спать, поспать сможем. Ой, куда я-то и забежал-то? А мы не хотим спать, беда. Нам нужна вода. О, господи, что это было? У нас вода в другом месте. Зачем мы сюда прибежали тогда? Ну, здесь по пути было. Ничего себе по пути. По пути, вот, рядом, смотри. Ой, олень. Ой, блин, опять. Вещи не олень. Паника такая. О, да. Так. Кстати, да, набрать воды не помешало бы. И поесть. Кстати, тебе водичка нужна в бутылке? Шипучку сделать там или еще чего? Нет, у меня нет ничего. Ну, как хочешь. А, чуть-чуть стрел получила, хорошо. Вот тебе еще 4. Спать не скоро? Спать вроде как. Я не вижу даже. Ну, у меня больше половины. Ну, у меня тоже, точно так же. А, поэтому мне нужно как-то рассчитать силы. Слушай, мы сможем добраться до этой... чертовки. Безёнки. Не знаю, кряхтит тут кто-то. У меня со здоровьем все плохо, вот что. Пардонте. Нет! Блин, не вовремя, капец. Ладно, сейчас. А что там хоть за рецепт? Я не обратила внимания. До меня дошло, что ты умираешь, я тут же выключила. Так. Корень косава. По-нашему редиска. Так, где мы вообще сейчас? Давай на этом серию наших приключений закончим, а в следующем... Давай до этого, до аэроплана добежим и закончим, потому что там палки мои валяются, я надеюсь. Я сделаю все стрелы. И мы пойдем на зверя. Это еще на полчаса. Да нет, нет, сейчас. Да просто бежим направо и все. Врываемся, как ты говоришь. Хорошо. Это я не против. Вот здесь зверь какой-то странный, прям по дорожке. Топирник здесь какой-нибудь. Или олень бешеный. А где он? Почему иконка есть, а в игре его нет? Лаги. А, вот он, топир. Топир. Да блин. Метка. Да, да, но не... Она только наводится, и когда я кидаю, она почему-то сбрасывается. Так, звериные шкуры я уже поднять не могу, да и она мне не нужна. Ну, хотя, вот кстати говоря, нам сумку бы сделать, чтобы у нас было больше места в инвентаре. Но вот как а я тебе предлагал. А но... я не могу ее сделать, вот в чем беда, я не знаю. Из чего, в общем-то, надо? Да кожа, наверное, веревки какие-нибудь, что... Нет, нельзя было совместить. Ну, это, конечно, очевидно, но как-то... Сколько? Не работало. Что-то опять экранчик отъехал, вот это меня смутило. Да не, у меня все нормально. А у меня что-то отъезжает. Блин. Бумеранг иногда ведет себя как хочет. Больно. Да, птицы. Я, кстати, тоже на карте теперь вижу птиц. За счет твоего навыка. Да? Угу. А, ну так хорошо. Я только сейчас заметил. Я обычно не смотрю на карту, ты у нас туда смотришь. Отличная групповая игра. Подожди, ну... Да блин. А ладно. Что ж там за травка-то была? Да ладно, это... разберемся. Я думаю, мы еще там пройдемся не раз. Ну, она уже исчезла, ее нет.
Да не важно, давай, давай, направо. Да, иду. Там тоже какая-то иконка, кстати. А, птица. Попала. Долбаны пауки или кто да это вообще? Блин, отвали! Живой? Я живой. Так, где мои мегапалки? Палки. Длинный лук. Где мои палки? Есть как-то захотелось. Где мои лепешки? Хорошо. Ну и где палочки? Нашла? У меня такое ощущение, что это был не тот берег. Может, ну, это где-то лежит. Может, это было чуть-чуть подальше. Или наверху это было. Пойдем наверх. Там квест в поисках палок. Котейка? Ты какой котейка? Палки. Слушай, без палок у меня не будет стрела. Без стрел у меня не будет быстрого убивания босса. Логично? Надо готовиться. Проблема. Да что ж такое-то? Не, прицел у меня что-то сбился совсем. Хватит! Я что-то в последнее время часто кремень хожу. Кремень. Подожди-ка, подожди-ка. А, нет. Не могу ничего сделать. Ткань. Ура, лавлап! Господи, святые небеса. Поздравляю тебя. Вот эта голова такая забавная. Не забавная. Я, кстати, хочу спать. Можно как раз дойти до этого. О, наконец-то! И сохраниться при этом. Ничего не говори. Так, у меня все, у меня... Нет, у меня не все. Так. Ага, все плохо. Где у нас тут лежанка-то наша? Ближайшая. Далеко. Да нет, близко. Ну, близко это минут на 10. Нормально. Как всегда. Нормально, сейчас дойдем. Вот оно. Уже дошли, видишь? 10 минут. Удивительно. Ой-ой-ой-ой. Ого, напополам прям. Красиво. Кстати, кремниевый бронежилет. Ну, это мой, о котором я тебе говорил. Да? Ну да. Ладно. Ну ок. Спать. Спать? А, все равно. Ну, рядом можно, монстр. Да, можно поспать. Говорят, что рядом монстр. Да это я, не переживай. Чё ты? Ты монстр? Ну да. Странно. Давай тогда прощайся, потому что уже пора действительно да, ребят, завершить. Действительно, серия немного затянулась, как мне кажется. Ну и увидимся. Увидимся, сами знаете, когда. Следующий очень скоро. С вами был Карн, с вами была Севен. Игра How to Survive. Всем удачи, всем пока.